И доброй ночи всем, у кого есть чувство юмора, остальным до свидания. Вы ошиблись каналом. Это я, Петя Фундуков, ваш любимый стримеришка. Сегодня я погружусь в хоррор Missing Hiker. Не пропавших хакер, а пропавший турист. Погружаемся. Декабрь 11, 94. Мой брат Итан пропал. Его нет уже 24 часа. Он ушел в поход туристом, но пропал. Он должен был вернуться вчера. Я обратился в полицию. Они сказали, что у них нет ресурсов для поиска прямо сейчас. Камней, пшеницы, золота. Да, замок достроить надо. Я взял все в свои руки. И я в дороге. Еще раз всем здравствуйте, Петя Фундуков за рулем. Человек без водительских прав. Зима, ночь, дорога. Осторожно, я не умею водить, но я должен смотреть по сторонам. Может быть, где-то тут есть мой брат. Может быть, он на обочине ждет, голодный, холодный, хочет, чтобы его подобрали. Итан, где же ты, Итан? Итан. Дорога пустая, ни машин, ни людей. Даже встречных автомобилей нет. Я веду аккуратно, но если никого нет, можно и расслабиться. Проверим руль. Руль работает хорошо, как раз для меня. А знаки, знаки, что на знаках? Впереди олени, олени. Ага, и сужение дороги. Наверное, где-то здесь живут поклонники девушек, твича, стримеров, блогеров. А отдельное поселение. Молятся на их светлый образ. Они честные, красивые, скромные, с хорошим кругозором. И отличаются друг от друга. Что там за знаки? Ага, понял. Сужение, крутой поворот, скольжение. Опасно. Вот, крутой поворот пошел. Я где-то учил правила. Где-то учил. Осторожно. Хорошо, что нет встречных автомобилей. Нам можно расслабиться. Смотрим по сторонам. Пока мрачно. О, наконец-то. Наконец-то свет впереди. Что там? Какая-то... Ой, встречная машина. Осторожно. Едут сонные мухи. Надо кого-то тут встретить. Может быть, тут спросим. Еще машина. Припугнем. Ага! Будь настороже. Я должен припарковаться у газовой станции. Спросить кого-нибудь о брате. Хорошо. Припарковаться. Надо на парковке. На парковке, конечно. Где же мне еще парковаться? Ну, я вроде бы приехал. Ну. Ага, все. Красиво заехал. Выходим. Хруст. Хруст шеи. Шея затекла. Нажмите F для фонарика. Хорошо, у меня есть фонарик. Вот моя машина. Прекрасного серого цвета. Совершенно не сливается с дорогой. Идеальный цвет автомобиля. Кто заправляется? Кто-то заправляется. Осмотримся. Что за машина? Так, а тут... Тут что-то подозрительное. Уже чьи-то машины. Я не дурак. Я буду осматривать все. Где-то мой брат. Он может быть здесь. Братик. Итан. Может быть, тебя по кускам собрать можно. Может быть, тебя уже здесь нет. Итан, Итан. Братик мой. Почем бензин? Не знаю, цены не повесили, наверное, очень дорого. Зайдем. Ой, тут мини-маркет какой-то. Мужчина выбирает. Мужчина, что вы хотите? Я ищу моего брата. Он пропал, когда был туристом где-то здесь. Извини, что разочаровываю, но это не моя проблема. Пиджак мерзкий. Также ты не должен подходить к случайным людям просто так. Ой, сноб, иди домой. Особенно в этом месте. В каком месте? Что ты имеешь в виду? Слушай, мужик, я работаю допоздна. Я хочу взять просто снеков и пивка и поехать домой. Я не на настроении болтать с людьми, которых не знаю. Я понял тебя, пиджачок. Все, пошел вон. Получено достижение. Надоедливый. Ой, душные, душные. Стим душный, пиджак душный. Все душные. Делаем вид, что выбираем. Делаем вид, что выбираем, чтобы продавец был корректен. Так, соки, ну, тут консервочки для детей. Посмотрим, посмотрим. Что за ассортимент у нас в магазинах? На салатик, на салаты что там взять. Ну вот же пиво, чё ты там стоишь, пиво здесь. Так, тут знак наблюдения. Пиво тут, а? Я надо? Ку-ку, пивко бери.
С рыбкой сушеной? А, все тут. Ага, телек выключим. Скидочки, скидочки. Зимой надо пить водочку. Пиво это не для зимы, дружок. Какой-то, дай-ка я задницей на стоечку сяду. Спросить тебя хочу. Мой пакет. Да, я оставил сигареты. Поговорить. Чем я могу помочь вам, сэр? Я ищу моего брата. Он должен был тут туристом где-то здесь. Он должен был вернуться вчера, но я его не видел. А вы его видели? Ну, я не знаю, как он выглядит. Но у него коричневые волосы, он высокий. А еще у него зеленый рюкзак. Дай-ка подумать секундочку. Ой, думает, что он дровосек. Клетчатой рубашки. Не, ты не дровосек, ты похож на барбершопера, баристу. А, да, я думаю, я видел брата твоего. Он сюда приходил, взял пару вещей, водички, снеков и все. Ты его хочешь найти? А ты говорил полиции уже? Да, я типа был там. Но они сказали, что у них нет ресурсов там искать его. Там им крепость надо достроить. Нет ресурсов. Они сказали, искать человека могут только после 48 часов пропажи. Такие дела. Но это не первый раз, когда тут пропадают люди. Да. Как минимум рукоблуды люди тут пропадают. За последнюю декаду много. Да, рукоблуды пропадают. Люди говорят всякое. Я слышал слухи, что тут странные крики, ужасные звуки из леса. Будь осторожен, особенно когда пойдешь в это время ночи. Спасибо. А, тут есть дорога прямо за газовой станцией. Она ведет в горы. Ага. Убедись, что следуешь по ней. Иначе опасная животная жизнь тебя накроет. Я буду в порядке. Спасибо. Позаботься о себе. Хоть совет дал. Ладно. Бористо. Все. Спасибо, бористо. Все. Пошел я. Мерзкий. Ты на дровосека не похож. Пошел мне. Ты пиджачок. Там. Не скучай. Ладно. На машине. На машине. А машина примерзла. Машина примерзла. Где же эта дорога? Дорога. Он сказал, за газовой станцией. Поищем. Поищем. Надо не смотреть в одну сторону. Слева-справа может быть опасность. Справа. Спереди. Сзади, слева. Никто за мной не идет. На дорогу не будем выходить. Могут сбить. Так, о, знак, знак. Ненавижу людей. Знак. Знак ненавижу людей. Хороший знак. Надо себе на участок поставить. Хорошо. Где тоже он дорога в город? Может быть, за газовой станцией с этой стороны? Ну-ка. А, да. Есть дорога. Есть. Все. Путь намечен. Хорошо. Но не надо расслабляться. Ночь. Время для маньяков. Для чудовищ. Я видел фильм «Ведьма из Блэр». Там люди пошли. Тоже так же туристами. И пропали. Ой, подъем какой высокий. 45 градусов, наверное. Я был в горах. Это тяжело подниматься под 45 градусов. Очень тяжело. Да это вообще как будто несешь на себе 10 килограмм. Подниматься в таким углом. Где же ты, Итан? Итан! Побритый упитан. Где ты, братик мой? Придурок. Ну как он, зачем он пошел зимой? Туристам. В чем удовольствие ходить туристам зимой? Надо запоминать ориентиры. Камушек справа. На обратной дороге должен быть слева. Хорошо. Что за удовольствие ходить ночью? Да и вообще в лес. Что можно делать в лесу? Песни петь. С кем? С компанией. А он вроде бы один был. Откуда? Это что такое? Это свет. Свет. Походу нашелся Итан. Так, тут никого. Так, ну я быстро нашел его. Хорошо. Мой брат палатку, у него палатка другая была. Но я все равно должен посмотреть поближе. Палатка была другая, но посмотрим поближе. Это что, палатка? Какая-то маленькая палатка. Для деток, что ли? Как тут открывается? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, блядь, как ты, ёб твою мать, ты меня до срачки напугал. Ты, я тебя напугал. Ты меня, блядь, до инфаркта довёл.
Я тебя напугал? Ты меня, блядь, во, правильно, до сердечной атаки. Что ты хочешь? Ты, надеюсь, не какой-нибудь извращенец или урод? Ой, как будто и нельзя извращенцам погулять. Подглядываю тут за тобой. Я тут брата ищу. Он тут туристом был. Ты его видел? Нет, я его не видел. О, как его срачка напугал. Я даже не знаю, как он выглядит. Не спросил об этом. Слушай, мужик, я просто гей, который хочет тут погулять в лесу и поспать в палатке, в холодных условиях. Да, я просто тут не видел никого днями. Короче, я понял. Ты планируешь идти глубже в лес? Ну да, я буду обыскивать тут всю. Я надеюсь, мой брат или здесь, или я хотя бы следы найду его. Слушай, наверное, тут ты думаешь, что я сру кирпичами или типа того? Ну, я не думаю. Но последнюю ночь я останавливался в палатке немного севернее. Ага, и я слышал странные звуки, которые оттуда доносились из леса. Я слышал, как будто бы ребенок плакал. Но я ничего не видел. Это меня прям напугало. Наверное, это какой-то криптонит. Чего? Какой криптонит? Слушай, мужик, ты что-то носишь? Ты в смысле? Тебе что-то надо отсыпать? Я говорю, типа, ну ты для защиты что-то носишь? Ну, я имею в виду, ты имеешь в виду оружие? Нет, не ношу. Ну, ты тогда должен. Это должно быть в первую очередь. Да. Ага. Ну, это тут слишком опасно идти вглубь. В лес, еще и ночью. Ну, я не буду тебя останавливать. Я просто хочу поспать. Также еще последняя вещь. Еще одна вещь. Не влезай в палатки в лесу ночью. Опять. Я тебя, блядь, почти застрелил. Ну, я полагаю, не застрелил же. Ну да. Короче, удачи в поисках. Ладно, дорогой гей. Развлекайся тут в палатке. В чем ты одет вообще? Ну, не по-зимнему ты одет, не по-зимнему. Ты подозрительный. Ты у меня номер один подозреваемый. Сказал, пойдет спать, а сам стоит. Ух, как он меня напугал. Ух, как же страшно. Так, я отшел оттуда, он был слева. Все, идем вперед, идем вперед. Ух. Сказал, детские крики слышал ночью. Но это точно ведьма. Ведьма. Она жрет младенцев. Это точно ведьма, ведьма. Я надеюсь, она будет красивая, грудастая. Угостит меня бутербродами с младенцем. Кофе нальет горячего. Хоть бы она была молодая. Да даже если с бородавкой на жопе. Все равно женщина же. Женщина, я найду общий язык. Пойдем побыстрее. С мужчинами нет. С мужчинами я не нахожу общий язык. Так, хорошо. Итан! Где ты, Итан? Побритый упитан. Где же ты? Ни следа, как же страшно. Я все глубже и глубже ухожу. Еще эти детские крики. Ну точно, жрут младенцев. Это ведьма. Так, о, два камня. Что это? Осмотрим. Так, посмотрим. Что они значат? Два камня. Наверное, это удобное место для привала. Два стула. Тут можно парочки сидеть. Где же ты, Итан? Даже следов нету. Даже вещей нету. Хоть бы бросил бы какой-нибудь след. Я бы тебя нашел. Но я не... За звуки. Что за звуки? Это где-то... Кто-то хрипел. Ё-ё-ё-ё-ё-ё. Где-то хрипел. Надо болтать, мне страшно. Надо болтать. Камни. Так, он тут мог останавливаться на привал. Удобное место. Нет тут вещей. Нету. Хорошо. Хорошо, нет вещей. Идем дальше. Надо внимательно смотреть. Может, он варежку потерял. Я не знаю. Может, он совесть здесь потерял. Ходит в лес. Заставляет всех нас волноваться, всю семью. Не уходим с дорожки. Ой-ой-ой-ой-ой, подъем. За подъемом могут быть маньяки. Ведьмы. Людоеды. Походу, людоеды. Жрут младенцев. И даже ничем не смазывают. Ни кетчупом, ни майонезом. Ой, какой-то... Становится слишком холодно. Мне надо разместить палатку слева от дороги.
Да я и не устал. Надо искать. Я что, тут ночевать буду, что ли? Блин, ну холодно. Где же разместить палатку? Слева. Может быть и слева. Хорошо, может быть и слева. Так, подумаем. Где бы лучше палатку? Здесь нельзя. Но где-то надо разместить палатку. Ой, как страшно. Палатка это страшно. Я видел ведь мисс Блэр, только размести палатку и все. Начнут там такие звуки появляться. Ай, мои пальцы уже онемели. Надо просто разместить палаточку. Ай, очень тяжело ее разместить. И в таком холоде, как у меня палатка серьезная. Очень серьезная палатка. Никто за мной не следит. О, как страшно, как страшно. Вот как в таком холодику можно прятаться? Холодно. Но я сейчас скоро усну. Почти впадаю в сон. Сон. Сплю. Храплю. Но я не слышу, как я храплю. Сплю. Блять. Я слышал крик. Но я не уверен, что это мое воображение или что. Надо проверить. Возможно, это мой брат кричал, звал о помощи. Выйти из палатки. Где крики? Ну, началось. Эта ведьма придавливается. Крики. Я вижу свет где-то в лесу. Итан! Откуда крик? Не могу понять, с какой стороны крик. Слева. Может быть, за камнями. Итан, Итан, я уже иду. Бля. Где же, надо забраться повыше. Так, так, в лесу. Опа, 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 опа. Свет. Так, а я не собью с дороги. Как мне, я же не по дорожке пойду. Так, надо запомнить ориентиры. Чтобы выбираться обратно. Блин. Как я потом выберусь? Это кто там не спит? Такую глушь, в такую ночь. Ой-ой. Надо запомнить какие-то ориентиры. Два камня, хорошо. Справа, значит, они должны быть слева. Я спускаюсь. Луна слева, спереди. Значит, должна быть справа, сзади. Надо запомнить ориентиры, блин. Ой, приближаемся к самому страшному. Это ведьма. Может, у нее есть леденцы? Пожевать. Пожевать от стресса. Крендельки, крендельки. Они же должны завлекать мальчишек крендельками. Они старые, у них груди нет, хотя бы крендельками. Или хотя бы борщом вкусным. Если нет крендельков. И у нас слева и спереди. Значит, должно справа и сзади. Следы. Следы шин. Хорошо, здесь была машина. Что с фонариком? Самое неподходящее время. Да, 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 тут 100% ведьма. Современная. Современная ведьма. А, это не следы, походу. А, это тень. Забор какой-то. Какой-то забор. Осмотримся. Я, мне так просто не пробьешь. Я все осмотрю. Вот тут вот, у вас. Уху-ху-ху-ху-ху. Что это за мешок? Это моего брата рюкзак. Он, наверное, был здесь. Странно, он пустой. Ничего внутри. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пошел, походу, попал в логово. Чудовище, надо посмотреть в окно. Что там? Не вижу. Что-то там. Дверь какая-то, комната. А сзади есть окна? Посмотреть. Ты, суки, подготовились. Спрятались. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не могу, я не страшно. Итан, ты можешь здесь. Блять. Может, в окошко. Ничего не видно. Так, вот еще. О-о-о! Тихо. Посмотрели! И спрятались! Надо не останавливаться, не останавливаться. Смотрим, телевизор, комнатка. Ну, вроде лесника какого-нибудь. Вроде не страшно пока. Пока не. Ой, блядь! Я отсюда смотрел. Ай-яй-яй-яй-яй! Что-то. Кто-то жрал! Что-то жрал! Камера. Какие-то фотки. Что за хрень? Кто-то сделал фотографии в палатке и моей машины. Когда успели? Тут что? Генератор. Генератор. О-о-о-о.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кровь, топоры, молотки, крюки. Все понятно. Бензин для генератора. Это кто там стоит? Да кто там стоит? Ёбаный! Поймал! Поймал. Ваше тело не нашли. Разместите на моей могилке значок «Осторожно, олени». Такая вот история. Не ходите, дети, ночью в лес. Там маньяки. Это был Петя Фундуков. Всем спокойной ночи. Пока.